Теремок ТВ. Окулист. Войдите. Я уже вошел. А, хорошо. На что жалуетесь, бабуля? Я не бабуля, я мальчик. На что жалуешься, мальчик? Плохое зрение? А морковку ешь? Наоборот. Наоборот? Не ешь? Очень хорошее зрение. А морковку ешь? Да ем, ем. Это от морковки. Так и продолжай, будет еще лучше. В том-то и дело, что я так больше не могу. Все вижу, как в микроскоп. Одни микробы кругом. В одной капле. Знаю, знаю. А атомы видишь? Нет. Тогда продолжай есть морковку. Не хочу я так видеть. Противно на эти микробы смотреть. Вот я и говорю, ешь морковку. Станешь видеть атомы, а потом ничего. Потому что меньше атомов нет ничего. Попробую. Ты главное, морковку ешь. И чернику. Ты уже ушел? Я здесь. Ну, иди. Все понял? Все. Зубной. Ты как раз вовремя. Морковь уже сварилась. Сейчас только стул починю. Ну вот, как новенький. Присаживайся. Ну, какой зуб у тебя болит? Никакой. Совсем? Совсем. Если есть много сладкого, обязательно заболит. Не заболит, я пробовал. А вот посмотрим. Ну, уже болит? Нет. Сейчас. Нет. Заболел? Не. Совсем-совсем? Ни капельки. Вот сейчас точно заболит. Ну, заболел? Заболел живот. Ну, это следующая дверь. Дуры. Нет, так дело не пойдет. Все дети убегают. И что они так боятся этих уколов? Даже на мороженое не соглашаются. Я знаю, что надо. Создать доброжелательную, уютную атмосферу. Здравствуй, мальчик. Чувствуй себя как дома. Прекрасная музыка, не правда ли? Ага. Нравится? Тогда ложись на рояль и снимай штаны. Зачем? Надо. Стой, стрелять будем! Я всегда говорила... что современная медицина творит чудеса. Однажды к нам в гости с инспекцией нагрянула бабушка. Она частенько проверяет, все ли у нас в порядке. По ее мнению, у нас все не в порядке. Так, что у нас здесь? Ребенок какой-то бледный. Следи за моей рукой.
Открой рот шире. Выплюни! Выплюни сейчас же! Боже, мои очки! Моя близорукость! В поликлинику! Немедленно! Вот проглотил очки. Глотал? А вот мы тебя сейчас просветим. Так-так-так. У него тут не только очки, но еще и кошелек с деньгами. Так-так-так. Около 300 рублей. Это не наш. Нам чужого не надо. Мне главное очки достать. Я без них телевизор смотреть не могу. Сейчас достанем. Спасибо большое, доктор. Даже не знаю, как вас благодарить. Дайте я вас поцелую. Не надо. А вот кошелек, если можно, я бы оставил себе. Конечно, конечно. С вами ему будет лучше. Ой, я так переволновалась. О, зайдем к психиатру. Кто здесь? Вот, внук заболел, у него путаница в голове. Ничего, бывает. Как тебя зовут? Тимофей. А фамилия? Зимин. А морковку ешь? Ем. Ну что ж, кажется, все в порядке. Ну как же, доктор, вы что, не видите, что он не Зимин? А у вас есть его документы? Пожалуйста. Зимин. Фальшивая. А настоящая есть? Сразу выдали фальшивое. А еще не наступило. Что? Зима. Ну? Значит, Осенев. Но ведь фамилии не меняются вместе с временами года? Меняются. Не меняются? Меняются. Не меняются? Меняются. Не меняются? Меняются. Не меняются! Так вы дадите нам какие-нибудь таблетки? А, берите, что хотите. Там, в шкафу. Сразу видно, что вы очень хороший доктор. Вон у вас сколько таблеток. У меня дома 100 раз больше. Следующий. Мне кажется, что ты еще недостаточно здоров. Надо посетить еще других специалистов. Вот список. А я буду ждать тебя в кабинете медитации. Дядя Женя. Дядя Женя, это мой дядя. Он работает ухо-горло-носом. Для него музыка — это все. Да-да. Войдите. Войдите! А, Тимофей, привет. На что жалуешься? Ничего не слышно. Громкость проверил? До отказа. Дай-ка я тебя послушаю. Тут все нормально. А что ты слушаешь? Где ты это взял? Бабушка дала послушать. Скажи бабушке, пусть сама это слушает. Теперь слышно? Слышно. А как нос и горло? На месте. Ну, пока. Бабушке привет. Хороший врач, дядя Женя. Казалось бы, обычный мальчик, Тимофей Зимин, ученик 4 класса Б. Пример другим наука. Зимин. Прекрасно. Анна Васильевна, а можно мне выйти? Иди. Но если где-то случилась беда, это уже не Тимофей Зимин, а супер мальчик, отважный супергерой.
раннем детстве со мной случилось одно необычное происшествие. Я съел волшебного жучка и приобрел экстраординарные способности. Я научился превращаться. Я старался превращаться в то, что сейчас нужнее всего. Если папа вдруг загрустил, я превращался в телевизор с футболом. Если мама опаздывала на работу, в бесплатное суперскоростное такси. Если вечером в нашем доме вдруг вырубили свет, я превращался в огромного светлячка. У настоящего супергероя всегда есть супервраг. Супервраг супермальчика – бессовестный злодей, человек-бутерброд. Вперед! Хватайте его! А еще у настоящего героя есть супер-помощники. Турбо-собака. И мега-улитка. В смертельном бою супер-мальчик побеждает врага. Злодей обезврежен и теперь копит силы для новых безобразий. Но, как известно, настоящий супер-супер-супергерой всегда остается инкогнито. Супермальчик настолько благородный, что ему совсем не нужна слава. Сделав свое дело, он уходит, чтобы совершить новые подвиги где-нибудь еще. Ну, супермальчик, ты у меня еще получишь.